Всех приветствую у себя на канале. Девочки, знаю, что звук плохой, но обещаю вам исправиться. Еще потерпите пару-тройку видео, и будет хороший звук. Вот. Что я делаю? Обещала вам показать шапку, ушанку. Но что-то я вчера, вот это вот, когда у меня отключался телефон, почистила телефон и поубирала все. Хотела вам показать такую смешную фотку. Когда я ее вязала, я ее на себя мерила. Ну, в общем, классная была фотка. Ну, не знаю, найду, если то вставлю, но не найду, значит, верьте мне на слово. Вот. Пошла искать шапку, то есть знаю, где она есть, на самом верхнем у меня этаже. Вот. В общем, не достала я шапку. В общем, сегодня тогда я вам не покажу эту шапку. Шапка-ушанка, мужу вязала, напоминаю. Но обязательно покажу и вам ее в следующем выпуске. Сделаю обзорную такую про шапки. Вот. Сразу хочу сказать, и потом еще повторюсь, шапка — это такая вещь, что она мода модой, но шапка должна идти, подходить к лицу должна, то есть то, что вам нравится, как вы выглядите в этой шапке. И еще одна такая вот мои наблюдения за шапками. Если шапка, допустим, холодных тонов, да, то смотрится зимой, мы такие, знаете, замерзшие все, такие синенькие, вот, и еще если синяя какая-то шапка, вот таких вот холодных тонов, то смотрится очень так, ну, а когда шапка теплых тонов, она смотрится хорошо, но опять же, кому что идет, вот, ну, в общем, сегодня не про шапку. Сегодня, значит, я вяжу в юбку я доделала, тоже вам ее покажу, ну, пока я не понимаю. Это, знаете, вот из тех вещей, которые вот связал, да, и что-то как-то от нее устала я или что. Ну, в общем, она меня пока не впечатляет. Вот. Но вы же знаете, что у меня много всяких вещей других еще. Вот, залезла я уже в свои зимние недовязанные вещи. И покажу вам сейчас, что я пришла. Сейчас я соберу эту вещь. Вот, и расскажу вам про эти нитки. Значит, что? Нитки. Нитки, значит, у нас это вот такая вот моя любимейшая нитка. Называется Супер Вош. Вот. Значит, здесь у нас 80% шерсти и 20% акрила. То есть, считайте, шерсть чистая. И сейчас я вам покажу, как эта нитка ложится. Кто не знает, если эту нитку, тоже моя очень любимая нитка, люблю ее страшно. Вот, и если написано вот Супер Вош, то это значит, ее можно стирать в машинке, в стиральной. Ну, вы знаете, я за стиральную машину, руками я почти ничего не стираю. Вот, редкие, когда там из какого-то там пуха, ну, в общем, не люблю я это дело. Машинку кинул, постирал и все на этом. Вот. И теперь я показываю, что из... Я уже показывала, ну, кто Инстаграм, Фейсбук, вот, я уже показывала, но еще раз покажу, потому что это моя гордость. Вы же понимаете, что я не люблю вязать шапки, носки, вот всякие вот эти мелкие вещи. Я, ну, вообще не люблю. Носки — это... Кто меня знает, это я совершила вообще подвиг. Подвиг просто совершила и сама себе за это должна какой-то приз дать. Вот, в прошлом году на меня напало, и я связала себе гольфы. Да. Причем вязать я вообще не на четырех спицах, это на пяти спицах, вот как вяжут. Это вообще не мое. Я не понимаю, как на них вязать. Вот. Вот эти носки, вот эти гольфы, они связаны с одного, то есть я вязала сразу две штуки на одной спице. То есть вот я вязала с одного мотка и со второго мотка на вот сразу два я вязала. Вот. Я их носила. Ну, не долго я их носила, но несколько раз я их одевала. И вот смотрите, какая нитка.
Вот видите, даже не скажешь, что они вот ношеные, эти носки. Вот. Ну и что дальше? Это шматок я взяла, вязала. Сначала я начала вязать вот это. Потом я собиралась сделать мастер-класс по носкам. Вот этим вот, которые сразу вяжутся, два носка. Сразу два носка вяжутся. Вот, на обычных спицах. На обычных вот таких вот спицах. Вот, на обычных спицах. Это я вам, ну, я вам сейчас фоточки вставлю, чтобы вы не сомневались, что это я вязала на двух спицах. Я просто писала мастер-класс и фоточки снимала. Ну, мастер-класс не дописала, но допишу. Вот. Значит, вот я вот эти вот носки сделаю мастер-класс на них. Вот. Но с чего все началось? Вот. Видите? Гольфик такой. Вот я его вязала в прошлом году, да. Вот такой вот у меня должен быть гольфик. Вот чем хороши недовязанные вещи. Достал. Сейчас я приделаю сюда рукава, пришью. Значит, рукав здесь будет, в общем, он весь в обтяжечку. Рукав такой будет не длинный, такой тоже в обтяжку. И у меня есть такая пышная, такая вот длинная юбка. Вот под эту юбочку я ее буду носить. И зимой я думаю носить ее с юбкой. Вот эти носки, ботинки, да, и из ботинок будет выглядывать вот этот вот, вот так вот я его выверну на ботинок, вот так вот, вот, и так буду ходить, да, вот, так что вот такое вот я придумала. Вот это вот я сейчас довязываю, не знаю, в этой передачке вам покажу, что, ну, вставлю в видео или в следующей передачке, вот, ну, вот такое вот я доделываю, вот, смотрите, горловинка такая вот у меня. Не смотрите, что она косится. Как всегда, мы ее потом зафиксируем, выгладим. Вот. Вот так вот она выглядит. Это айкорд обвязка. Вот. Обычный спущенное плечо. И будет узкая такая, узкий рукавчик будет вот такой вот. И она будет такая коротенькая. И такая пышная синяя будет юбка у меня. Ну, может быть, можно сюда, наверное, и не синюю, но синяя будет хорошо. Вот, вот этим вот я сейчас занимаюсь. Вот, еще там у меня недовязанного, ну, сами понимаете, что у меня есть там чем заняться. Юбку доделываю, покажу вам. Вот. Ну и фотки, если найду, то ту фотку я вам поставила, потому что я ее нашла. Наверное, нашла ее. Вот. Ну и пока на сегодня все. Доделываю вот этот вот гольф. И показываю вам, как он получится. Да. Так что, девочки, вот так вот. Все я вам рассказала. Хорошего вам дня. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо, что досмотрели меня до конца. Всех люблю. Пока-пока.